Тотальное бездорожье в Смеле Черкасской области. Проехать через этот райцентр на автомобиле – миссия практически невыполнимая. Ведь отремонтированная трасса заканчивается ровно на въезде в город. Почему дальше сплошные ухабы и когда же дороги вернутся? В Смелу выяснил Станислав Кухарчук. Едва сошел снег, дорожники взялись за работу. Так латают ямы на участке трассы Черкасы-Смела. Но при въезде в райцентр ремонт заканчивается. За табличкой «Смела» сплошная яма. Через Смелу проходит как минимум две автомобильные трассы государственного значения. Но проехать через райцентр с ветерком вряд ли удастся. Так выглядит въезд в направлении Умани. Сергей, не сдерживая эмоций, рассказывает, как утром из-за ям потерял колесо на прицепе. Переломало, вырвало полностью с всей внутренности. То есть по таким... Вообще по таким дорогам нереально ездить. Если с этим ничего не делать, то вот этой штукой надо бить наших депутатов по голове. Ямы заканчиваются как раз на границе райцентра. Ремонтировать аварийный участок обязан город. Но узнать, почему трасса до сих пор в плачевном состоянии, нам так и не удалось. И в мэрии, в управлении ЖКХ все руководство занято другими проблемами. Видно ли Корняному, заступник Черкасов на Навчане? Эта ремонтная техника принадлежит Смелянскому дорожно-эксплуатационному участку областного автодора. Она могла бы с легкостью справиться с текущим ремонтом проблемной дороги. Но руководитель объясняет, не имеют права. Ведь за ремонт дорог местного и общего значения теперь отвечает недавно созданное областное управление транспорта. С 1 января оно приняло на баланс более 4000 километров дорог. Но капитально отремонтировать смогут лишь 150 километров, уверяет начальник. Сумма повинна быть как минимум про 6-8 миллиардов гривень. Если мова идет про то, что они будут отремонтированы в этом году, нет, такого не будет. Потому что сумма 391 миллион, який виділено в дорожній фонд, з державного фонда на Черкасську область, це є не та сума. Но все же в конце беседы чиновники пообещали отремонтировать Смелянский участок трассы уже в этом году. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкасская область.